на этот мост, а что больше, но так уж построено. Я вам рассказывала о кафедральному собору. Вы видите, чем он отличается от всех остальных. Вот эти необычные купола, пустые купола, как я вам рассказывала. Вперед смотрите, вперед, 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 за мной, за мной, за мной. И если присмотреться к правой башне, которая по правую руку вашу стоит, вы увидите темные пятна на этой башне. Она, это свидетельство о том, что она когда-то разрушалась и потом была восстановлена. Когда-то не было балкона, не было этих зданий, которые окружают сейчас собор. Старое здание, более старое, находится с вашей левой стороны. Это период 15-16 столетия. С правой стороны от вас здание, уже построенное в 18 столетии. И обратите внимание на разную ширину этих зданий. Некоторые очень узкие и маленькие, некоторые очень широкие, большие. Почему такая странность? Когда-то продавали не квадратные метры, а фасадные метры. То есть, кто имеет, нормальное.